позор снял. Привет, Валерия. Никто не поверит. О чем думают саксофонисты в гримерке? Правильно, правильно. Манекен Бен. Вы, собственно, уже видели нашу гримерку. Сейчас мы с вами идем на выход. Я вот ждал и думал, вот сейчас скажу. Ребята, огромное вам спасибо. Вы так здорово поете, особенно две Маши. Это прям мне очень понравилось. Басая, блин, и вот, которая из басой. Пока-пока. Спасибо, до свидания. Вот. Спасибо вам большое, блин, голос шикарнейший вообще, здорово, ребят. Не проводите. Я думаю, ну, надеюсь, что не последний раз видимся. Я думал, что вы двойняшки. А они просто близняшки. А, ну да, ну да. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Вот ты, да? Нам все говорят. У меня почему-то такое чувство, что что-то забыло. Ну, Маша вернулась, пожалуйста. Что забыла? Я забыла карточки дать. Короче, вот, как всегда, не обходится без забытых вещей. На этот раз мы забыли сдать карточки. Пока я сдавал карточки, кого-то там повязали. Конкретно я не мог это снять, потому что, ну, как бы, это бы выглядело очень странно с моей стороны. Реально, я бы был папарацци. Так, ребят, меня уже ждут в такси. Вон они там. А ты мне нравишься. Ты горишь, как агония. У меня агония. Это любовь или это паранойя? Ла-ла-ла. А ты горишь, как агония. Ты горишь, как агония. У меня агония. Это любовь или это паранойя? С вами был Манекен Бенд. И Патрик Суэйзи! И чокнутая гримерка. Чайки! Чайки! Ее не остановить просто. Я пытался. Это невозможно! You can stand, 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 you can stand,